Я уже давным-давно пользуюсь Маком, а Мак, как говорится, ничего не дает бесплатно скачать. Поэтому я уже давным-давно ничего не качаю, а просто смотрю в онлайне. Вот, поэтому, может быть, и не обязательно что-то качать, может быть, действительно лучше смотреть в онлайне. Вот если онлайн запретят, то тогда, конечно, я очень разозлюсь, очень. А так, пока что это все можно, я думаю, что можно и смотреть. Но что касается меня, что Apple изначально сделали так, что ничего нельзя скачать бесплатно. И с одной стороны, может быть, это хорошо, но с другой стороны, это не очень хорошо. С одной стороны, то, что артисты теперь, выпуская песню, они хоть что-то получают от самой песни, а плохо это то, что фильмы точно так же подвластны этой всей истории. То есть, ну, так что не знаю, что будет дальше, но поживем, увидим. Может, все перейдут на галереи, выставки, будут ходить больше и смотреть воочию, чем нежели дома сидеть около своих телевизоров.